«Спешите делать добро» благотворительный бал с таким названием прошел в Театре оперы и балета. В таком формате мероприятие проходило впервые. Его приурочили ко Всемирному дню борьбы против рака. В течение всего вечера проходил аукцион, все собранные средства от которого будут переданы на лечение взрослым и юным пациентам онкоцентров. Благодаря трехлетней работе общественной организации «Жизнь» помощь получили более 2000 человек. Мы помогаем онкобольным. Все онкобольные, которые обращаются ко мне, я помогаю, ну, скажем так, чем могу. Кого-то устроить в больницу, кого-то, я имею в виду, устроить в плане в Москву отправить, помочь. Договориться в Москву, чтобы людей приняли. Подсказываю, как правильно действовать. Нигде в мире, в Соединенных Штатах, там, в Швейцарии, где-то не приходится, к сожалению, рассчитывать полностью целиком на то, что государство возьмет на себя эту работу и всех вылечит и прочее, прочее. Поэтому содружество, сотрудничество, соработничество между обществом и государством, между врачами и неправительственными организациями – это везде хорошо и правильно.